Неожиданный визит судебных приставов в текстильный торговый центр застал предпринимателей врасплох. На имущество должников был наложен арест на сумму более 200 тысяч рублей. В рейде по взысканию задолженности приняли участие 13 сотрудников управления службы судебных приставов. Они, разделившись на группы, совершили обход должников, которые не заплатили штрафы, налоги или платежи в пенсионный фонд. В результате рейда судебными приставами было арестовано имущество 19 должников. По 17 исполнительным производствам индивидуальные предприниматели погасили задолженность. На месте. В будущем такие рейды будут проводиться, обязательно имущество будет изыматься, то есть потом индивидуальный предприниматель, он будет просто ходить к приставному исполнителю, тратить свое время, даже если он согласится оплатить задолженность, вот, он будет очень долго получать вот это имущество обратно. Поэтому цель-то вот такова, довести до индивидуальных предпринимателей, что лучше, чтобы не приставы к ним приходили, вот, а расплачиваться самим.